Доброго времени суток, дорогие коллеги, с вами Кононова Аня, Кононова Виктория, и сегодня мы вам покажем несколько вещей, которые мы заказали Викуське. Нам помогает папа пускать мыльные пузыри, да, нам помогает Любовь Георгиевна, нянечка Виктории, да, и вот мы таким вот образом вам покажем первую нашу модельку. Это у нас идут ботинки для девочки. Да, ботинки для девочки. Честно скажу, они нам очень велики. Наш размер люб у нас 29, да? 27. 27, да, наш размер. Я заказала 31, думала с носочком поносить. Но вот вы знаете, носить придется или с двумя носками, или уже оставить их на будущий год. Ботинки реально классные, как вы видите, да. Цвет бронза, верх искусственная кожа, подкладка ворсин, стелька ворсин, подошва резина. Артикул 884-083. Классные, клевые, ничего не нужно застегивать. Они на резиночках, все здорово, удобно, она в них ходит. Ну, немножко, конечно, запинается, поэтому оставим их на весну, потому что мы их заказали прямо перед тем, как улететь в Доминикану. И понятно, что 21 день уже прошел. Да, да, следующее у нас это трикотажная фуфайка с коротким рукавом для девочки. Артикул 62-860. Тоже великолепная такая футболочка, я бы сказала. Да, сбоку у нас две застежки, чтобы легко одевалась на голову. Вот. Далее, значит, идет цвет белый, размер 116, состав 100% хлопок. Вот такая вот красивая футболочка. Любочка, поверни нас. Викусь, посмотри на маму. Да? Застеснялась. Да, то есть отличный принт, все хорошо, все здорово, все качественно. Следующее, что бы мне вам хотелось показать, это вот такая футболочка с длинным рукавом. Она идет с такими вот узорчиками красивыми. Да, то есть давайте посмотрим. Да, идет с красивыми узорчиками. Это трикотажная фуфайка с длинным рукавом для девочки. Цвет молочный, размер 116, 100% хлопок. Также тут идет до как раз размера 116 вот такие пуговки сбоку. Да, все здорово. Так, это что? А, это просто тряпочка тут. Ага. Вот, и такой вот вышитый рисуночек. Это не новинка, это не новинка. Мы просто, у нас что-то как-то белые вещи закончились. Любочка, можете одевать. Я думаю, что всем понравится. Следующую новинку, которую мы померяем после этой кофточки, будет вот такая вот красотка, вещичка. Да, смотрите, как красиво все блестит. Все здорово, все классно. Это тоже такая футболочка, но, скорее всего, тоже фуфайкой названа, да? Трикотажная фуфайка с коротким рукавом для девочки. Артикул 62-405, цвет белый, размер 116, состав 95% хлопок и 5% эластан. Да, то есть вот тоже как бы такая фуфаечка с коротким рукавчиком. Да? Виконька, посмотри на маму. Да, ну вот, в принципе, хорошо села, здорово, классно и аккуратно, да, здорово, классно и аккуратно. Вот, следующее, хочется вам также похвастаться, это чисто-чисто белая футболка, мы такую уже заказывали, она простая, без принтов, без всего, вот это вот единственная на ней надпись, но она внутри, да, то есть это серия базис. Да, 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 это серия базис. Тут также две пуговки на маленьких размерах. Артикул у нее 190-376. Да, смотрите, как смотрится футболочка. Прям идеально на нас 116. Сразу хочу предупредить, девочки, мы плотные. И у нас получается, что мы можем... заказывать на размер больше, чем наш рост, для того, чтобы нам не было в обтяжку. Ну и последняя футболочка в этот раз. Это трикотажная фуфайка с коротким рукавом для девочки. Цвет коралловый, размер 116. Состав тоже 100% хлопок. Артикул 192-183. Ну это, конечно, красавица, мне больше всех понравилась. Тоже две пуговки идут.
как раз до размера 116. И тут рисуночек такой очень симпатичный, белочка. Да, вот смотрите, такая универсальная футболочка, просто под что-то одеть, просто в садике на спортивное что-то сходить, да, то есть вообще здорово. И она очень-очень-очень бюджетно стоит, недорого, и прям беленькая такая, аккуратненькая, да. Вот, знаете, пока это одевайте. Вот от чего я в восторге, но, честное слово, мы еще не мерили вот такую вот вещь. И я переживаю, что она будет нам велика. Но мы сейчас посмотрим, велика ли она будет. Это трикотажное платье с длинным рукавом для девочки. Цвет ярко-синий, артикул 193-792, размер 122. Я почему-то подумала, что надо побольше размер заказать. Вот тут я, скорее всего, зря заказала побольше размер, потому что она оказалась нам, ну, даже зрительно и то велика. Но мы хотя бы вам померяем, покажем. Значит, она не колется. Да, вот смотрите, она такая идет, как бы полушерстяная, немножко просвечивает, то есть это уже вязка идет. Значит, 60% хлопок, 35% акрил, 3% шерсть, 2% ангора. То есть она не колется абсолютно. Вот единственное, что, скорее всего, ну, очень будет велика. Давайте попробуем. Да? Вика, иди сюда. Вика, иди к маме. Давай попробуем одеть. Давай, одевай. Как тебе будет? Велико, невелико, девочки? Конечно же, велико. Застряла. Ну, в принципе, ладно, я его оставлю, не буду отправлять на возврат, потому что, мне кажется, весной она его доносит. Но вот по плечикам так-то ведь нормально, да, Люк? Да, плечики на месте. Плечики на месте, просто длинновато, да, но, в принципе, красиво. Я бы сказала, что да, красиво. Далее, значит, у нас есть такой наборчик. Шапочка простенькая такая, да? В шапочке есть начесик, флис, да, это флис. То есть она тонкая, но ее не продувает. Тут все бусинки, довольно-таки скромный такой помпончик сверху, да. В комплекте шли такие же варежки, тоже флис внутри. Ну и шел сам шарфик, в принципе, не длинный. Да, такой вот шарфик, немножко потемнее, чем варежки и перчатки. Ну вот, вы знаете, все меня в этой шапке устраивает, но я понимаю, что когда ребенок будет бегать, он шапку не одернет, и уши, они будут постоянно у нее открыты, особенно в садике. Вот, даже перечихнула. То есть, если в этой шапке гулять без завязок, то только с родителями или там, где, ну вот, реально у воспитателя мало детей. Да, набор шапка, шарф, рукавички для девочек 3-5 лет. Он стоит вообще очень бюджетно, по-моему, меньше 500 рублей, если я не ошибаюсь, весь этот набор. Это недорого. Да, то есть я считаю, что, в принципе, я на возврат, конечно, отправлять это не собираюсь, потому что перчатки, шарфик отличные. Вик, нравится, да? Ладушки, ладушки. Да, то есть, ну, здорово, классно, но я не знаю, может быть, какие-то завязочки придумать, да, то есть какие-то, может быть, не знаю, что-нибудь. И следующее, это у нас с вами пойдет еще один наборчик, точь-точь такой же, как беленький, да, вот прям идеально такой же, тоже перчатки из флиса, да, то есть шапочка, двое варежек и шарфик, да, и Любочка, нате, меряйте, вот, меряйте, куда-то мы одну варежку, по-моему, задевали, найдем, да, ну ладно, хотя бы одну покажем, тоже классно смотрится, артикул 600-116, вот тоже как бы состав, вот смотрите, у нас идет 90% акрил, 10% полиэстер, а подкладка 100% полиэстер, назначение аксессуар и так далее. Ну вот вы знаете, как бы вот очень красиво, классно. Можно ее как бы и уложить макушечку, и все, и будет ровненько, симпатичненько. Но тут дело в том, что она будет сползать обратно, да, при ходьбе, при беге, при катании с горки, еще что-то, она будет обратно сползать. И как бы вот
что-то бы вот тут такое придумать, чтобы вот какие-то бы завязочки, и уже был бы другой эффект, да, то есть и ребенок был бы уже в полной безопасности с ушками. Да, где вторая-то? Где вторая? Тогда давайте, девочки, мерите перчатки. Перчатки сенсорные, нам, скорее всего, они будут велики. Я думаю, что можно их даже и самой мне померить, вам не давать уже смотреть. Да, то есть вот этим пальчиком мы можем легко ковыряться в своих телефонах, да. То есть вот такие вот перчаточки, такая вот вязочка. Прошу прощения за тени. Да, то есть вот у меня палец, где начинается, да, то есть они чуть-чуть не маловаты. Мне кажется, что Вики они будут велики. Велики, Люб? Мы еще не можем домики найти. Домики не можете найти. Ну, то есть, ну, перчатки мне очень понравились. Так, нормально. Нормально, да? Можно уже носить. Ты хочешь вторую такую? На. На вторую. Бери, одевай. То есть артикул у этих перчаточек 600-125. Это сенсорные, да? То есть вы можете своим детям давать на улице телефон, и они будут там играть. То есть мне кажется, что эти перчатки даже подойдут для детей там 11-13 лет. Они не будут им малы. Вот. Поэтому, ну, в принципе, все. Рады были быть вам полезными. Шапочка теплая, хорошая. Вот я не знаю, я за то, чтобы пришить завязки сюда. Люб, как ты думаешь? Конечно, надо. Надо, да? Надо, потому что головой мотнуло, все, ухо голое. Как бы тут, конечно, вот в этом плане Faberlic компания не продумала. Но они теплые, они хорошие, они классные шапки. Мне, конечно, это понравилось. Ну что ж, с вами был Кононов Антон, ассистент. Кононова Виктория и Любовь Георгиевна. Всем пока-пока. До встречи с вами в новом видео. Рады были вам быть полезными. Вика, скажи пока-пока. Помаши рукой. Помаши ручкой. Пока-пока-пока. Скажи спасибо за внимание.